Я публично заявляю, что я считаю, что те лица, граждане Украины, которые были подготовлены на территории Российской Федерации для осуществления убийств, терактов и диверсий, не должны ни при каких условиях быть обменены ни на кого из граждан Украины. Поскольку, если мы будем обменивать этих граждан на наших заложников России, сюда будут присылать все новых и новых киллеров, аргументируют этим: ребята, едьте в Украину, убьете, не убьете, взорвете, не взорвете, мы вас все равно обвиняем. Поэтому это недопустимо. Безусловно, и лица, которые готовили мою ликвидацию, и убийца Ивана Мамчура, который сейчас все втроем находятся в СИЗО, они являются, безусловно, важнейшими свидетелями не только украинских судов криминальных, я считаю, международных судов и лица, которые являются источником информации о государственном терроризме со стороны спецслужб Российской Федерации и должностных лиц. Выдавать их нельзя. Если лица все эти будут идти дальше на контакт со следствием и выдавать все больше и больше информации о механизме подготовки террористических актов и террористов против Украины, то, безусловно, суд это обязан учесть будет как смягчающую меру при вынесении приговора. Безусловно. Я буду, так сказать, постоянно участвовать в этом деле как потерпевший касательно меня и, естественно, буду информировать общество по его прохождению.